Доброго времени дня всем нашим друзьям. Это Джей и Тимоти все еще в Лондоне. Тимоти передавал всем приветы и дружеские рукопожатия. Он убежал опять на какой-то свой технический сбор, кому-то там что-то нужно сделать, починить, что-то там еще, я даже не вникала. Но если кому-то нужен будет компьютерный гений, когда мы, даст Бог, приедем в Россию, пожалуйста, забирайте моего супруга, я не жадная, буду делиться. Сегодня я бы хотела спеть и сыграть песню, в которой очень много романтических позывов, но мне кажется, что она еще подходит для наших друзей замечательного МАФ-канала «Мошенники, аферисты и фармазоны», потому что их контент зависит от того, сколько им позвонит звонилок и какие они будут интересные, потому что замечательные авторы МАФ-канала знают, как этих звонилков принять и знают, как отобрать у них время, чтобы они не могли обижать простых людей, потому что обижать людей – это большой грех. Я немножко поменяла слова в конце песни, ну, чтобы сделать как бы более подходящее к тому, что я хотела выразить. Позвони мне, позвони, позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий, глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу услышать голос, как хочу услышать голос, долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Без тебя проходят дни, что со мною я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг услышу гром небесный, вдруг услышу гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно тебя достану, все равно тебя достану, потому что это я.